Глава муниципалитета Андрей Иванов встретился с семьями мобилизованных в музей-заповеднике Пушкина в Вязёмах. В лучших традициях гостеприимства для них организовали экскурсию по главному усадебному дому князя Голицына. Эти семьи, они отдали свои самые лучшие кадры, то есть это отцов, братьев, мужей, для того, чтобы они нас защитили. И, конечно, мы должны сделать все, чтобы им было комфортно. Гости ознакомились с главной экспозицией дворянской усадьбы, смогли больше узнать о традициях того времени и задать все интересующие вопросы. Царей портреты на стенах и печи в пестрых изразцах. Вот если мы вспомним Евгения Онегина, да, как будто Онегин здесь и живет. Ничего удивительного, Пушкин знал этот дворец еще с детства. Музей-заповедник безвозмездно организует подобные мероприятия для семей участников спецоперации. Бесплатные услуги или скидки по льготной карте предусмотрены и в других музеях и парках на территории муниципалитета. Андрей Иванов выслушал пожелания жителей по расширению предоставляемых услуг. Нужна обратная связь от вас, собственно, для кого эта вся помощь будет организована. Действительно, мы пока первые, уверены, что нас подхватят в других муниципалитетах, а мы в свою очередь будем просто быстрее, чем все остальные, расширять тот перечень услуг или блок, который мы к этой карте привяжем. Она у нас, например, будет по-настоящему социальная карта. В ближайших планах подключить аптечные пункты и магазины. Список участников будет активно расширяться, позволит семьям получать полезные услуги и при этом экономично расходовать средства. Всего в округе семьям мобилизованных было выдано 200 подобных карт. В преддверии 8 марта глава округа также поздравил всех женщин с праздником весны, а дети получили памятные подарки. В такой дружеской обстановке беседа продолжилась за чашкой чая. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».